Всем добрый день, здравствуйте. Рад вас приветствовать на своей трансляции. Мы продолжаем турнир. Не знаю, насколько будет он успешен для нас, но наша задача продвинуться как можно дальше. Потому что нам этого хочется. Вот и все. Никаких слов других я не буду говорить. Мы хотим постараться показать максимальный результат и будем стараться достигать этого всего вместе с вами. Так что всем еще раз большой привет. Так, сейчас должна появиться картинка. А можно картинку? Да, картинка появилась. Ну что ж, начинаем. Как обычно, New Game, Purgatory. Нас ждут этажи 9-12. В предыдущей игре на трансляции у нас выпала вот такая вот крутая штука, с помощью которой мне уже все сказали, что я могу пройти эту игру до конца и ни о чем не думать. Но неизвестно, что вообще нас будет ждать. У нас сегодня очень интересное мероприятие, это связано с амазоночками. Так, спылы проверяем, все ли на месте. На Light Radius минус на деле. У нас, в принципе, все по резистам-то неплохо. У нас есть необходимые для этого кольца. Ну что ж, погнали. Так, отлично. 122 моба. Угол есть. Можно и поесть. Так, что там нас будет ждать? Блин, козлы. Интересно, какие. Козлы — это плохо. Но главное не суетиться. Так. Здесь, если что, бочки. Но там что? Ага, здесь спуск на 10. Тогда здесь я, пожалуй, вот этот весь шмот скину, пока он нам не нужен. Так, вижу собачек. То бишь, нам мечик сейчас пригодится. А, на сначала, да? То бишь, я окружен. То бишь, мне нужно будет сначала убить этих козлов. Па-па-па-па-па-пам. Да, Пургатория. Ну, блин, обычно здесь либо фаер-козлы, либо сразу ядовитые будут. Ну, мы сейчас посмотрим, как бы нам это все решить так. Это кто? А, все, нормально. Обычные козлы. Они просто стреляют. Они просто стреляют. Я неплохо себе сделал. Начал неплохо. Начал очень даже неплохо. Блин, я ж похиляться хотел. Ладно, сейчас убьем. У нас урона-то достаточно. Нужно просто повнимательнее играть. Как будто не раскликанный какой-то. Так, ну ладно, этих козлов я не так, чтобы сильно боюсь. Этих козлов не так, чтобы и сильно-то я боюсь. Сейчас надо, пожалуй, манку порегенить. Но стреляют очень больно. То бишь, мне, наверное, придется даже вот с этим вот рарным шлемом, наверное, ходить. Стоп, я что-то поднял, да? А, нет, три вещи. Все. Все нормально. Ух ты, их там трое. Я думал, двое всего лишь. А, можно пройти? Блин, ну что за стагер я вечно схватываю в этом случае?
Так, я надеюсь, вам игру и все остальное слышно. Если все нормально, поставьте, пожалуйста, плюсик. А мы будем стараться пройти дальше. Очень много козлов. Очень много козлов. Я даже не знаю, что делать, если честно. Они меня могут просто застрелить. И у них иммун к чему? А, иммун к огню, все. Угу. Тихо, тихо, тихо. Ну я похиляться же хотел, блин, а? Специально же вроде стенку поставил вот так, чтобы можно было контролировать их. Я, пожалуй, пожертвую немного экспо, но я буду их видеть. Хрен с ним, 250 тоже неплохо. Так, ага, трое идут, все хорошо. Так, ну там уже вроде осталось трое их, да? Самое главное, это в кнопках мне не запутаться. Если я запутаюсь в кнопках, тогда все будет печально. Хоп. Все прекрасно. Прекрасно. Начало положено. Что-то мне закрадывается смутные сомнения касательно того, то что здесь будут. Да, вот они, одного я вижу. Значит, будет не один. Так, лава големы. Много лава големов. Угу. Вот здесь чуть-чуть прям. Сейчас сначала тогда вот это возьмем. Вот эту пачку на себя возьмем, потом тех будем. Тихо, 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 тихо. Потихоньку. Нормально. Так, эту часть раскидали. Я больше всего боюсь начать. Каждый этаж. Так, если что, можно будет сюда спрятаться, но там эти придурки. Так, дверь где открывается? С той стороны, да?
С той стороны это не есть хорошо. Так, собаки побежали. Тихо, 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 тихо. Ну, радует, что козлы не с элементальным уроном. Это уже хорошо. Там кто? Туда надо будет тоже сходить. Сначала хочу вот эту дверь. Блин, сагрились. Ладно, отходим тогда. Дверь открыли. Идем сюда. Здесь относительно безопасно. Ай-яй-яй-яй. Хочется, конечно, элементальный урон наносить. Так, пока они вот так вот тупят, мы это будем использовать. Еще один. Это мы помним. Эту часть раскидали. Здесь что? Здесь опять эти же козлы, они у нас к огню, да? К огню восприимчивы. Много их тут достаточно. И вот надо их как-то очень грамотно отсечь. Тихо, тихо, тихо. О, я их вижу, прекрасно. Привлечем ваше внимание. Тихо, тихо, тихо. Под стрелы не подставляемся. Так, не забываем менять на хил. О, там проход сделал я, да? Неплохо. Все нормально. Не-не-не-не-не, иди сюда. Блин, а? Я не хочу с тобой в догонялки играть. Иди сюда лучше сам. Во-во-во-во, молодец. Двери не вижу. Должен сам найти. Молодец. Не, я, конечно, жадный до экспы, но я лучше здесь потеряю ее немножко, но я пройду этот этаж. И значит, смогу пройти дальше. Так, здесь трое. Да ё-моё, а? Хил. У нас кольцо на манреген же? Да, кольцо на манреген. Почему ты не бьешь? Объясни мне, почему ты не бьешь? Двое уже столько проблем вызывают. Там вроде все есть. Давай, иди сюда, иди сюда. Блин, пальцы холодные, из-за этого немножко некомфортно. Так, значит, там очень много собак и этих ребят.
Что у нас с точностью? 188. Так, а теперь смотрю на карту, прям так вижу этих лавовых ребят, вижу много собак и три лучника, да? Бежим нафиг, они очень быстрые. Нас урона-то хватает. Так, я так понимаю, что там элитник сагрился. Собакин, наверное, да? Угу. Тихо, тихо, тихо. А, собаки не могут дверь открыть, а козлы не могут выйти, чтобы мне надавать лещей. Твою налево не дошел. Урон скрита, блин, 700-900 может быть. Хотя, по сути, это вещь ни о чем. Тихо. Надо их как-то попробовать отстрелить. Во, одного вижу. Могу стрелять. Жалко, что стенка урона не наносит. Но она хотя бы стопит. Угу. Сейчас просто их убить. И все будет нормально. Блин, миньон, Реведжер. Угу, видит меня, значит, я могу тоже по нему стараться попасть, нет? Блин, он стоит в той как раз позиции, о которой Влад говорил вчера на стриме у себя. Это плохо. Проход. Ладно, я без кольца тогда заюзаю. Без кольца, конечно, плохо. Фури-то у нас меньше будет длиться. Сколько у тебя хп? 400. Должны завалить. Хорошо. 56 тысяч. Малет выпал. Интересно. Это что-то новенькое. Да куда ты идешь, блин? Ну, курсор. Курсор, наверное, конечно, так подставляет. Прям нереально. Ну-ка. Ух ты. Интересно. Ну, нам как бы не надо. У нас вот такая вот пушка есть нереально крутая против андедов-то. По демонам у нас есть. По бестам есть все. Все у нас вроде есть. У нас есть все, чтобы мы могли продвинуться как можно дальше. Единственное, что мы страдаем по армор-классу очень жестко. И в связи с этим я не знаю, как мне дальше раскачиваться. Так, хилку, естественно, поднимем. Манку возьмем. Ну и релики тоже. Так, 66 уже осталось. То бишь, половину мы зачистили. Так. Здесь можно и так подраться.
Ух ты ж, блин. У них просто иммунитет по молниям-то нет. А это доп. Урон для них. Блин, опять козлы. Опять козлы. Так, главное, что один сагрился, и хорошо. Угу. Манореген тогда, пожалуй. Не понял. Вроде как элитник там. Так, пока туда не пойду. Посмотрим, что здесь. Здесь собаки. Ага, ага, все, понятно. Там они в тупике. Они там в тупике. Хорошо. Это, в принципе, радует. Ах ты ж, блин, здесь он, да? Ну ничего, ничего, ничего. Ну тебя нафиг. Иди ко мне лучше. Давай, 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 давай. Оп. Поймали. Вот эти очень жесткие стали, ребята. Хочу я вам сказать. Бьют неплохо. Особенно толпой. Угу. Угу. Блин, непонятно. А, здесь поворот. Ну-ка, если я прям... А, ярче становится, действительно. Ну, все равно это сильно не роляет. Так, сейчас рефлект, манка чуть не регенится. ТТР-ТТТ. Так, попробуем обойти сейчас. Вот лучше отсюда взять, выпалить этих четырех козлов. А, тут еще вот эти ребята, да? Ну-ка. И здесь эти ребята. Так, ну сначала надо с этими тремя тогда разобраться. В таком случае. Они вроде там никого больше не... Никого больше не сагрят. Блин, как же уже трое вызывает столько проблем, а? Армор-класса не хватает, поэтому, наверное. Наверное, только поэтому. Будем испытывать трудности. И это мне не нравится. Дальше только хуже будет. То бишь нам бронь нужна. Нам нужна бронь. Так, там их пятеро, да? Нельзя мне наглеть, короче говоря, на этом персонаже вообще. То есть за счет каких-то моментов я могу вывозить, но не более того. Ой, они всех сагрили. Они всех сагрили. Это плохо.
Ну, конечно, конечно, блин. Так, где там еще один козел-то? Мы же знаем, что там еще есть. В общем, вы поняли, да, что мой персонаж очень ватный. Такой левел. И мы не можем просто так брать и идти в лоб. Наша задача выцеплять по одному, максимум по два. В связи с этим надо как-то с армор-классом нам что-то решать, что-то делать. Ну, радует, что нету Хайденов. Но не исключено, что они могут появиться на следующем этаже. Так, здесь только эти придурки, да? Сейчас лучше Фьюри тогда подождать. Попробуем пока с другой стороны посмотреть там, что. Тихо. Блин, вот там, конечно, вот. Вот они, вот эти все собачки, они потянут за собой все вот это вот. Все вот это вот они потянут. Открылась дверь. И я в момент растаял. Ну, идите сюда тогда. Здесь, конечно, не лучшая, наверное, позиция для драки. Идут, да? Пять сто у тебя, ё-моё. Придется миньона лупить. Ой, я как раз на шурму подоспел, да? Да, привет, Рейдж. Рад тебя видеть. Сегодня день шаурмы. Как ты задолбал, а? Ладно, раскидали, в принципе. Еще Фьюри 10 секунд. Один на один, я с ним справлюсь. А, он уже и упал. Грейтхаммер. Чё за Грейтхаммер? Можно посмотреть? Ого. Нифига себе, но нам как раз вот статуа по нему не хватает. Чё дает? Ничего не дает. Хотя 15 левел. Нам такая штука не нужна. Нам такая штука не нужна. Здесь 12-й. 20 силы. У меня есть 23. Пока ты ничего не пропустил, мы только думаем, как нам сейчас вот 9-й начать. Вот, ну, мы его, в принципе, уже почти зачистили. Что не может не радовать. Это что за амулет? 10-й левел. Ну, как обычно. Все как всегда. Вот, поэтому смотрим. Рейнджи появились, но рейнджи не такие опасные, хотя застрелить могут еще очень просто. Собаки тут есть, ну, не те, которые плюются, а мелкие такие щенки, короче. И вот эти вот ребята есть. В общем, пока первый этаж относительно неплохо. Я готовился к худшему, потому что расклады могли быть вообще совершенно различны. Там могли и молнии, и плевки, и все прочее. Так, надо, наверное, с тем паком разобраться, который у меня там внизу остался. Потом перейдем к верхней части, пока там подумаем.
Так, у нас тут стрелки ворошиловские, вот они стоят. Сколько их тут? Ну там они вместе с предводителем своим. Вот он стоит. У тебя-то как там успехи? Ты прошел первую сложность? Или хотя бы там до крипты добрался? Я просто не знаю, не видел. Порадуй нас чем-нибудь тоже. Сейчас бы мазать. Тихо, ребятушки. Вот куда он, наверное, расстреляет мне прям просто? Я диву даюсь в этом плане. Блин, он по мне попадает, а я по нему нет. Найс, сыграем. Так, ладно, пропустил. Иди сюда. Пропустил, иди сюда. Уж лучше все-таки в миле, блин. В миле чуть проще мне с ними. Тем более так по одному их выцеплять тоже неплохо. Ну я же попадать должен. Капец, как это понимать вообще? Так, двоих пропустил. Идемте, ребятушки, идемте, идемте, идемте. Куда ты ушел? Да боже ж ты мой, а? Но стагер сработал, ведь уже должен убивать. Да, давай поиграем в догонялки. Застрял на 19-м, ком завис. Затем на 21-м, снова на 19-м. Если продолжить не дадут, то пойду кинсейм до первого зависона, а дальше все. Я тебя понял. Обидно, конечно, что такая ситуация у тебя случилась. Так, двое, нормально. Двое нормально. А вот если будет четверо прям сразу, это вафли. Да ну тебя в жопу, не пойду я за тобой. Блин, сейчас уже стенка упадет, пока они... Ну ладно, ничего. Не, ну ты иди сюда. Второе масло. Сейчас бы второе масло ронять. Ага, этот электрический. Этот электрический, это плохо. А, это он и есть, электрический. Надо вот этого убить. Так, теперь. Дурацкий козел, а? Зажмись в углу. Вот сейчас вот встань. Блин, ну почему я не нажал? Сейчас я фьюри просто впустую трачу. Ну тебя в жопу, а? Иди сюда. Все, зажат. Найс.
убиваем, нормально все. Карбин какой-то упал. Ну, нам, конечно, его нет смысла смотреть. 12 уровень. 22 силы, понятно. Так, значит, с этими разобрались. Осталась та пачка наверху. А то, что зависоны, это, конечно, хреново, если честно. Так, там масло какое-то есть, да? Вот есть четверка. Сейчас четверкой помажем перча. Угу. Так, погоди. Это восьмерка, а это пятерка. Надо двойку найти, там двойка где-то валяется. Как бы немного-то сагрить-то. Вот что я думаю. Ага, здесь можно пройти нам. Так, там прям пак такой. Там пак стоит. Угу. Подождать Фьюри, что ли? В таком случае. Так, что мы там еще можем увидеть? Блин, этот пак из-за элитника сагрит собаку, и они могут вообще прям толпой пойти все. Ладно, сейчас подождем. Чуть-чуть совсем. Вот. Там, конечно, фаворит опять отлетел, блин. Бомбер уже в пятый раз начинает, ребят. В пятый раз, вы понимаете? Насколько упорен он. Но ошибки, конечно, он до сих пор допускает. Что не есть хорошо. ...23. Прям сразу. Ну, блин. Куда бежать, куда бежать? Куда-нибудь сюда бежать. Так, мы можем сюда отойти. Все нормально. Вроде как разрулили. Я грешил на блок питания, но похоже это сетевая косячит. Может DDoS какой-то вчера был, я хз. Азуха раскаленная с нулевой загрузкой, по сути на прост, да и стрим по сути мало жрет. Прошел вчера кинстрим до 13 этажа, вроде ок сейчас. Блин, ну странно, конечно. Я таких проблем просто не испытываю, у меня, в принципе, хорошее охлаждение. Да и у меня у тебя же стационарный компьютер? Просто у меня стационарка. Я вон что-то замечаю, что очень много ребят, кто у нас играет, они почему-то играют на ноутбуках. Не знаю, с чем это связано, конечно. А там бежит аж оттуда. Аж оттуда бежит. Охренеть. Ну нафиг, я лучше выпью. Что-то очень жестко он мне начал раздать. Стационарка. Блин, ну не знаю. У меня вот весьма хорошее охлаждение стоит на камне. Да и видяшка там с хорошим обдувом тоже. То бишь у меня как бы в этом плане не нагреваются элементы. Да и если касаться, например, Азу. Если касаться Азу, то там у меня просто низкие планки. И они особо, ну, тепло не проводят. Даже не хочу смотреть. Поэтому я не могу сказать, с чем это у тебя связано. Просто у меня есть на вдув. О, привет, начинается экшон. Ну, движемся, да, привет. Движемся в таком направлении. Надо еще Уилла найти.
А вот еще четверка есть. Так, и двоечкой сейчас помажем шлем. Там, если что, еще четверка валяется. Движемся, Славик. Рад тебя видеть. Всех рад видеть, ребят. Усаживайтесь поудобнее. Берите там чай. Чего вы там любите? Кофе, печенюшки, не знаю. Может, кто-то пельмени ест. Приятного аппетита. Особенно, если вдруг кто-то смотрит записи, например. Так, ну эти два козла не страшны. И вот этого надо сейчас выцепить. Что у меня здесь на манореген? Да и пусть на манореген, наверное, так и стоит. Все, этот сейчас придет. 14 мобов уже осталось. Мы почти первый этаж зачистили. Самая дичь начнется на этаже номер 10, где будет Веном клан. Просто вот у меня даже один пробивает. Блин, но у нас крайне маленький армор класс для этих уже этажей. И этот вопрос надо как-то решить. Но я очень надеюсь, конечно, что на амазонках мне выпадет какой-то нормальный шмот. Так, 11 осталось. Там вроде как щенки остались и... Ага. Так, давай с другой стороны зайдем. Хотя они, если сагрятся, они сагрятся-то все. Так, карту хотя бы сейчас посмотрим. Угу. Понятно. Здесь, если что, пути отступления это только к тем узким проходам. Бля, они вот все вот здесь стоят. Зараза, а? Они вот все здесь стоят. Меня просто смущает то, что четверо лучников. Вот этот тоже еще может лавами нас закидывать. Не, мы пойдем все-таки, наверное, не с этой стороны. Пойдем также снизу. Там будем, если что, на узкие тропинки уходить. Вот сюда, например, здесь обороняться. Там, если не получится, то... Оп, побежали все 10, да? Вот они стреляют. Лучше отойти тогда в таком случае. Ай-яй-яй-яй-яй, ошибка опять. Так, сейчас лучше вот сюда уже. Не стагерит только, спасибо. Все, живем. Да ты охренел, блин. Не дает похиляться, зараза. Так, шестеро осталось, да? Все равно это же ведь не такой экшон, который будет, например, на этажах с 13 по 16. Нам-то веселье будет еще больше, потому что особо не будет укрытий никаких. Это здесь я еще могу вот так вот помансить, например, да? Так, лучников вроде всех убил. Найс удар. Чё, двое осталось? А, нет, еще козел. Даже обычные меня очень сильно пробивают. Так, и кто последний? И кто последний, скажете мне? По-любому пес остался. По-любому пес остался. Что-то я даже и не вижу. А вы видите? Я нет. Интересно. Так, ну тут никого. Сейчас найдем.
Не, я что-то не понял. А что за прикол это? Я ж вроде всех это убил-то. А, вот он. Какой негодяй, а? Так, я смотрю, у меня пояс пострадал. Очень так нехило. Ну вот, все, первый этаж прошел. Начало положено, ребята. Ух, 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 ух. Так, пойдемте переодеваться. И смотреть, что тут выпало. Так, перчей у меня нет. Так, пояс. Блин, все же здесь. Пояс, шлем и амулет. 245, да, 26%. Мы же ведь скинули. I can't carry anymore. Места нет, места нет. Ну, из вещей, из того, что здесь упало, что-то ничего интересного нету. Поэтому давайте сейчас пылесосить. О, пятерка масла. Надо посмотреть, есть что вообще нам починить. Есть что починить, конечно. Угу. Так, так. Ботинки нормально. Вот этот шлем надо будет починить. Там есть точно. Там есть точно, мы починимся. То бишь проблем с этим не будет. Реликты все так же 4 штуки. Можно, конечно, 2 хилки скинуть. 2 еще взять. Пусть будет 6 штук, но они будут хотя бы. Уоу! Найс, ловушка. Ладно, у нас... Резистики вроде как есть. Так, еще релик где-то, да? Должен быть, да, есть. Сейчас бы лонг-клабы выкидывать. Я видел, что некоторые ребята еще тоже первую сложность прошли. Красавчики. Так. Ну, Бурния это же хуже, чем наши-то. Ну, давай все равно посмотрим. 20-й левел. Минус 6 ДФЕ. Но даже damage resist, если смотреть. 31-39, а так 40-49. Но ДФЕ. Ну, ради ДФЕ носить... Такое себе. Эх, не попал. Майл Койф. Это какой именно Койф? У него Arrow Damage Resist. Конечно, есть. И еще больше Arrow Damage Resist. Тогда у нас здесь вообще будет 15-26. Так, а это что дает нам? Armor по андедам. Резисты.
Ну-ка, а что там получается с ним? 42-55? Ну, что-то ДФЕ, конечно. Да и армор класс хуже. Нет, нам нет смысла. Нам нет смысла. А, это бочонок. Так, там ничего нет. Нет, здесь ничего я не вижу. Лонг-клаб какой-то дурацкий. Сейчас бы лонг-клабы выкидывать, блин. Что-то ничего пока интересного не выпадает. А, ну да, 8 манорегена, потому что... Rest in peace, my friend. Слэджхаммер, даже смотреть не будем. Даже смотреть не будем. Так, что-то реликов, да, не хватать стало? А релики еще где-то лежат? Нет, вижу, что нету. Так, что у нас по деньгам? 60 уже. Ну, я не знаю, насколько это много, конечно. Но после 8 этажей я у Влада интересовался. Он сказал, что типа нормально. Там у нас было порядка 55. Угу. Так, еще 3 объектива где-то осталось. Так, full heal поднимем тогда. Здесь что может быть? Привет, вижу, уже один этаж есть. Причем изично, ибо потратил всего час. Смеешься, что ли? Привет, рад тебя видеть. Я бы не сказал, что прям изично, тем более за час. Я считаю, это очень медленно. Но мы, опять же, очень осторожничаем. Так, что-то еще 3 объектива. Да, я вижу, что по играм времени мы потратили 52 минуты. Я бы не сказал, что это изично. Мы просто очень аккуратно проходим. Ты до этого этажи за час проходил. Ну, значит, мы движемся в том же самом темпе. Опять же, таймер просто для того, чтобы показать свою легитимность рано, что я ничего не подтасовываю и прочее. Как бы там не мошнилим, типа, вот, он там делал то-то-то-то-то. Тут паузу поставил, и все. Опять же, время ты не подтасуешь никак. Ну, никак не подтасуешь. Идеальный фотошоп... видеомонтажом я не умею владеть, блин. Блин, не могу найти. Не могу найти. А, вон там. Small chest. Ну, это вот там. Так, это спуск на 10-й. Да. Не вижу, не вижу, ребят. Да по-любому бочки какие-нибудь где-то остались. Всем еще раз привет, кто подключается к нам. Мы движемся. Мы еще живы. Поэтому мы здесь. У нас на... В параллельном турнире уже определился победитель. Победитель. Там турнир на войнах еще проходит параллельно. Первое место уже определено. Осталось разыграть еще 2. Я думаю, второе Эвил возьмет. Что-то нет ни хрена. Ладно. Не могу найти. Пойдемте дальше тогда на следующий этаж.
Так, мы надеваем вот это. Вот это. Перчи надеты. Что у нас с манорегеном? Ага, благодаря кольцу. Нормальный манореген. Что-то ничего хорошего, короче, не упало. Так, инвентарь на фул забит. На фул забит. Поехали, 10 этаж. А 10 этаж это... Я думаю, я лучше сразу вот это кольцо надену. Что у нас по яду 54? Сто 56 мобов. I can't get there from here. Ну смотрите, мы никого не видим, а значит ждем хайденов. Это прям стопудово, они тут будут. Я прям думаю, да, может быть тогда пожертвовать экспой. 10% я потеряю, но у меня здесь будет хотя бы манореген. Потому что это кольцо мне нужно. Хрен его знает еще пока. Так, ребят, 10 этаж, это наковальня у нас. Многие полегли на ней. Так, ага. Ага. Так, змеюка. Так, вот там уже наковальня видно, значит, сюда мы пока не идем. Сначала нужно здесь хоть какой-то сектор расчистить. Так, вижу демонов. Угу. Ну, пока не вижу особых сложностей. Значит, я могу пока вернуть мана-реген. И амулет. Где мой этот амулет? Вот этот амулет. Сколько у тебя хп? Нормально хп. Я думаю, на самом деле, куда лучше отступить тогда. Лучше, наверное, сюда бежать, если вдруг много будет этих сейчас негодяев. Так, и, наверное, знаете, что мы сейчас сделаем? Я пойду, пожалуй, сюда. Скину весь вот этот вот шмот, чтобы он мне не мешал. Ну, наверное, вот этот вариант неплохой. Вот здесь вот обороняться. Оп. И пошли, 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 пошли. Зато они не собаки-плеваки. Ну, это да, но тут есть другие ребята, которые плюются тоже очень даже неприятно. Ай, понятно. Это вермы. Это вермы. Вермы плохо. Вермы это плохо. Так, тогда, наверное, сюда лучше все-таки. Видите, как без резиста проносят? Без резиста проносят конкретно. Это я только в лужице стою. А если по мне еще вот эти будут попадать, то мне тогда вообще... О, эликсир ловкости, ребята! Обалдеть, классно. Блюк, ура, еще точности чуть-чуть подбавилось. Отлично. Это хорошо. Значит, это вермы. Значит, тут есть вермы. Есть эти пиявки. Ну, обычные змейки, так, серпенты. Есть вот эти ребята. Так, это спуск у нас на 11-й. Ой, посмотри. А, и демоны тут вот эти еще есть. Угу. Помимо еще носорогов и козлов этих. Неприятный уровень будет. Неприятный, конечно. А из резистов на яд у меня только два кольца. Этот квик атаку дает, его нельзя снимать.
Ладно, ничего. Справились с первым этажом. Справимся и здесь. Конечно, хотелось бы все-таки носить кольцо больше на мана-реген, чтобы я мог стоять, например, нон-стопом и хилиться. Но что поделаешь. Иди сюда, серпентик мой любимый. Туда вообще прям не суемся. Прям от слова совсем. Так, трифлек пока еще в кулдауне. Блин, вермы это плохо, конечно. Очень плохо. Ну, ладно. Мы потерпим. Мы потерпим. Все будет нормально. Носороги. Шаг. И пошел. И пошел. Не, стрелять не хочу. Хоть подумал стрельнуть, но наша точность такая, что мы там сагрим пачку, блин, какую-нибудь. Лучше не рисковать. Фнатик, берсеркер. Кстати, у нас полуровня уже есть, это хорошая новость. Блин, зараза. И нет второго полуровня. Это плохая новость. Да ладно, это экспата, она быстро набьется тут. У нас experience gain 274%. Это очень хорошо. Скотина плюется, стоит там. Давай сюда, PvP, ё-моё. Давай, 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 давай. Вот так вот тебе. Если будем действовать аккуратно, то все будет хорошо. Главное просто много не сагрить. И все. Тот сектор для меня пока закрыт, поэтому надо как-то расчищать этот. Так, а что здесь внизу? Угу, чуть-чуть вермов. Ну как чуть-чуть, совсем. Совсем чуть-чуть, ага. Ага. Для оптимиста стакан наполовину полон, для пессимиста наполовину пуст. А для реалиста в стакане есть вода. Я тебе так скажу. Бах, следующий. Тихо, тихо, тихо. Че он там грейтхаммер уронил? Сейчас бы грейтхаммера падать. Для наркомана стакан наполовину енот. Ну, потому что полосатый, наверное. Так, фьюри в кулдауне. Сейчас бы не туда целиться. Сейчас бы дать не магическую шмотку. Да-да-да-да-да-да. Об этом-то и речь. Об этом-то и речь, Сейфер. Все правильно говоришь. Смотрите, уник какой-то стоит. И стоит один. Что очень странно. Чуть не сдох.
Как же он меня пробивает-то? Он демон. Нет, он не демон, он зверь. Синяя рамка вокруг. А вот это неприятно. Ой-о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 й
нет, 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 нет! Меня зажали! Все, мы наигрались. Ну вот и все, короче говоря, ребят. Я могу даже больше не продолжать турнир. Как они эти-то придурки сагрились, я не понял. Можете Алукрету писать, там клип скидывать. Мы, к сожалению, наигрались. Вот такая вот шаурма, короче говоря, ребят. Ну, сори, что я могу сказать. Я пытался. Я не очень хороший игрок просто. Так что здесь я, пожалуй, наверное, закончу. Таймер рипнет. Да таймер уже рипнули. Пипец. Я расстроен, что эти козлы просто взяли, выбежали, заагрились. Как они заагрились, я не понял. Ладно. Сделаю, наверное, сейчас стоп-старт. Спасибо большое, кто смотрел. Вот. Сейчас будем пробовать, наверное, силы немножко в другом месте. Блин, ну, я прям не знаю. Как же они наваливают. Да у меня армора не было. Для первого похода в подобный турнир это было совсем неплохо. Это было отвратительно, Сейфер. У меня были все шансы. Это было просто отвратительно. Ладно, запись я пока остановлю. Спасибо большое, кто смотрел. Это было прикольно.